В этот день Евгений Горюнов с другом собирались отдохнуть на Китое. Путь их лежал через сквер в 85-м квартале. Однако искупаться у них так и не получилось. Выбежали два человека, и следом выбежал пожилой человек за ними. Начал кричать: «Помогите, у меня своровали деньги». Ну, конечно, у меня по реакции, мы двинулись за ними, побежали. И догнали их в 82-м квартале уже за домом. После этого привели их сюда, в парк. И уже здесь как раз милиция подъехала. По словам Евгения, потерпевший мужчина рассказал, что на улице к нему подошли двое молодых людей и попросили 20 рублей. Пока он отсчитывал нужную сумму, злоумышленники выхватили у него кошелек и попытались скрыться. На счастье, мимо проходил Горюнов с приятелем. Молодой человек работает охранником на одном из городских предприятий. Ему уже приходилось задерживать злоумышленников. Однако поощрен денежной премией за помощь полиции он будет впервые. Ну, в зависимости от степени опасности, да, резонансности, премия для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Соответственно, значит, принимает решение у нас администрация, мы пишем ходатайство. Ну, я думаю, что в течение, значит, недолгого времени данное решение рассматривается, и уже на совещаниях, на наших или в администрации торжественно вручается премия. Молодые люди будут награждены за бдительность и неравнодушие, а в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Елена Милют, Михаил Тырышкин. Местное время.